что сказали по определенной тематике. Мне студенты задают вопрос, я плохо слышу, поэтому задают в письменном виде. Сейчас я показываю. Вот эти поэты. И на каждый вопрос, который мне задают, я отвечаю 6 поэтами с разных эпох. Кто это сказал? Мандельштам, Майков. После него что говорит Священное Писание? Дальше поэт Ахматова, следующее, Цветаева. На каждый студенческий вопрос 6 поэтов из разной эпохи. Только вот этот, 26-й том, ее нельзя давать журналистам. Они мгновенно уводят, хоть за 5%. Нет, ну что? Запомните, вот это единственная книга, которая мгновенно исчезает. А вы ну напишите от автора хотя бы. Да, свой автор. А как же? И на другой, и на этой самой, на... Это нам оставить? Это вам оставлю, приглашение. На наш сайт, вот когда зайдете, здесь 50 книг моим голосом начитано. Это в мире нигде нет. Это Библия мой начитана. Можете скачать и дома картошку чистить и слушать. Архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых. Здесь все есть. Ну, кому-то не нравилось, и меня в свое время. Понятно, да. Так. Вы Игнатий Лапкин? Я Лапкин буду. Все, очень откройте, на каждой... Ну, я поняла. По фотографии вы увидите. Вот я скопировала. Да, фотографии. Здесь. Похоже. Да. Вот все. И вот здесь именно будет. Подождите, автор. Я не написал. Да, вы не дописали еще, да? Сегодня 25.06. Везер и не подарили. Мы еще не успели Скандинавию обойти. Еще думаю, сейчас Азербайджан, Армения, Грузия, через Чечню вернутся. Ой, сколько же вы везли их? Столько одарить всех. Это нельзя, я 50 лет готовил материал. Потом книги, в конце вы увидите, набор делал сам и версткой занимался сам. Это Господь одарил, просто дал, и я даром отдаю без лукавства. Ну и мы сами можем их оценивать, да? Да. Потому что мы-то все это в инвентаре запишем. Вот где зайдете когда, и вот когда зайдете на наш сайт, вот он указанный, то вверху будет написано православный форум, Игнатий форум. В него только ткните, и 1440 тем. Вот. А нас, если запустите, YouTube такая система есть. Да. YouTube канал Игнатия Лапкина. 971 ролик большие о нас. Это занятия с детьми, в тюрьме, в университетах, в дороге. Как возродить эту жизнь во Христе? Только с Богом. Когда Дух Святой руководит человеком, тогда ты вот эту жизнь считаешь очень маленькой временной. Что Христос на самом крови. Люди понимают так, я верующий, сейчас учу только молиться, учу и молиться. Но главное, как жить во Христе. Нас ожидают мусульмане, а мы говорим на полном серьезе, и врагов нету. Почему? Христос, жизнь, свет, истинный путь. И где бы мы ни были, когда люди понимают это дело, вчера мы были Алушта или как-то. Да, она директор, просто такие люди встречаются, как вот в Киеве, там, Валентина Дмитриевна. Выйдет, они готовы, может, я там поцелую вас. И вообще, это живут люди, там, для нас подарок, это праздник для библиотеки. Конечно. Люди спрашивают, столько положили, полвека, я делал набор, больше 30 тысяч часов потратил. Зачем это вам нужно? Ответ один. Мой народ, моя страна в грозной опасности. И поэтому я даю все, что мне дал Бог открыть. Извините, пожалуйста, вот это наша заведующая, Тамара Адольфовна. Заведующая отделом, не библиотеки, а отделом. Так, ну ладно. И вот на это еще подписывайте. Еще эту. Да. Ну, и хотя бы это рядом. Это новое знание уже не прикасается. Вот это в личной библиотеке у Путина видели, да, стоит. Да. Лукашенко. У нас будет, это понятно, куда идет. Только, конечно. Татьяна, это вот такой документ на заполнение? Да. Это для нас остается. Для нас? Вы его заполните. Тот заполнила Вера. А, хорошо. И отдали вон. А, отдали, уже расписались, да? Да. Вот он лежит. Или вот там где-то. Это ваш. Это нам. Такой же, идентичный, только Вера заполнила. А, в библиотеку расписаться и расшифровать фамилию. Больше ничего нет. Все.
Спасибо большое. Всем благословения. У нас главная библиотека в Крыму, республиканская библиотека. Поэтому наши книги всегда будут храниться. Какие бы, чего бы... Мы сейчас вам показали, где мы были. Начиная с Керчина, уже все тут прошли. Да, скоро выходим из этой. Да, даже если все будут там закрываться какие-то библиотеки, наша библиотека будет всегда... Вот это почти из одних документов состоит. Это два священника, начиная моей биографии. Как мы с нуля строим православную деревню. Вот я начальник детского лагеря. Тысячи детей без помощи государства. Понимаете, детская беспризорность решается в один год. Это не просто разговоры. Сегодня в одной библиотеке нас спрашивают, да вы что, философского строя? Нет, я практик. Философия не на первом месте. Это с Александром Менем беседы наши домашние. Их нигде больше нет. И такие же... Ну, видите, вам библиотекарям не надо доказывать, как они изданы. Как они изданы, это просто... Издать не просто сегодня, а кто конечно, говорит, спонсируют. Я же говорю, это так очень... Наши спонсоры кто? Да. Это президенты компании, Сбербанк России. Люди понимают, что эти книги просто крайне необходимы сегодня. Здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Политика, экономика, социология, работа, будущее. Посмотрите. Пусть вас Господь сохранит. Спасибо вам большое.